Как обычно, мы проводим день очистки водоемов. Весело, дружно. Главное не собрать, главное участвовать. Если соберем, будет вообще замечательно. Ура! Всем привет!
маленький головастик. И в этой огромной речке обо мне не идет и речи. Когда говорят о важном, когда говорят о важном. Но мне так хочется жить, смотреть, как в танце кружит, кружит земля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ровно плыву по воде, дом мой находится там, где, там, где я. Нет ни пола, ни потолка, разве что камни да облака. Мимо моей головы живу для того, чтобы, живу для того, чтобы. Нет, мне так хочется жить, смотреть, как в танце кружит, кружит земля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подведение итогов. Так, ну давайте начнем, ребят, давайте начнем. Я предлагаю как бы там выстроиться так вот вместе в одну шеренгу ряд. Результатом 105 килограмм завоевала бронзу команда Альберта Кадохова. Результатом 403 килограмма завоевала команда Синий. С результатом 658 килограмм, из которых 650 составляет кусок водопровода для углеводородного. Ну, команда Алексея Виноградова. Некоторые люди уже, победа стала традицией, люди приезжают специально вытаскивать огромное количество мусора. Всем спасибо за соревнования. Было круто. За самые необычные предметы, выловленные в озере, найденные под водой. Что, граната? Золотая колба. Все будет хорошо, как никогда. Все будет хорошо, да-да-да-да. Открою вам, земляне, я секрет. Все будет хорошо, 100 тысяч лет. Все будет хорошо, как.